сорт томата «Зеленая тайна граба». Это еще один сорт зеленоплодных томатов. Они очень похожи на сорт «Ирландский ликер», но все же у них есть некоторые отличия. Во-первых, высота куста. Этот сорт детерминантный. Высота куста от 80 сантиметров до метра, так как «Ирландский ликер» гораздо выше. Также отличаются они по структуре листа. У этого сорта листья картофельного типа, у «Ирландского ликера» обычный лист. И также отличаются плоды. Эти плоды более плоские, а у «Ирландского ликера» плоды более округлые. Этот сорт раннеспелый, как я уже сказала, высота куста от 80 сантиметров до метра. Куст очень мощный, темно-зеленые картофельные листья. Это один из самых вкусных зеленоплодных томатов. У него также очень высокая урожайность. Очень надежный и болезнеустойчивый сорт. В разрезе янтарная изумрудная мякоть. Томат многокамерный, но семена очень мелкие у него. Очень вкусный, с большим содержанием сахара томат. На мой взгляд, это один из самых вкусных зеленоплодных томатов. Выращивать можно как в теплице, так и в открытом грунте. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видеообзоры.